Всемирный день борьбы против рака будет завтра, но уже сегодня в преддверии этой даты в онкологическом диспансере состоялся брифинг. На нем подвели итоги за прошлый год. Показатели пугающие. Так, если раньше заболеваемость росла ежегодно в среднем на 5%, то только за 2013 год произошел скачок. Число поставленных диагнозов выросло сразу на 12%. Чем дольше и лучше будет жить наше население, тем больше вероятность роста заболеваемости. Как известно, если поделить структуру населения на женщин и мужчин, женщины все-таки живут дольше. И, наверное, вот эта биологическая особенность сегодня определяет то, что женщины сегодня чаще болеют злокачественными болями. Уже второй год подряд на первом месте по количеству выявленных новообразований стоит рак кожи. На втором молочной железы замыкает тройку лидеров рак легких. Даже если число онкологических больных растет, то уровень смертности, как ни странно, не меняется. Врачи объясняют это тем, что злокачественная опухоль не приговор, а медицина не стоит на месте. Качество лечения год от года повышается, и выявляемость тоже растет. А если рак в начальной стадии, первая, вторая стадия, это можно считать, что болезнь излечима.